Всем привет! Играем в танки онлайн в сочетании корпус Hornet с пушкой Смоки в битве на захват флага на карте Песочниц. Наркобой уже идет в полном разгаре, и команда красных выигрывает со счетом 21-17. До победы им остается всего 3 флага. Несмотря на то, что команда синих проигрывает 4 очка, тем не менее наша команда хочет играть, не сдается и старается победить. Посмотрите, получится ли у нас это сделать, и оцените, тащит ли Смока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.